Да? Полетели? Друзья, как и обычно, сейчас я за кадром, просто уже за кадром, потому что все это очень-очень долго, побегу и посмотрю, что у нас тут еще есть, и если время позволит, зайду еще в одну комнату. Увидимся с вами. Солнце лупит в глаз. Так, что пишут люди? Я уже веками подвергаюсь тяжелым испытаниям, пытаясь найти правильные ответы. И прихожу к выводу, что их попросту нет. Веками. Вот где у нас коннектор. Он на другой стороне, поэтому... Так, поэтому, что мы сейчас делаем? Иди сюда. Так. Не-а, туда я не соединю. Но вот если там есть коннектор, то... Дай-ка я тебя поставлю. Так. Теперь я не знаю, есть ли здесь коннектор. Я снова я и два наших деактиватора. Два деактиватора. Скажите мне, здесь коннектор есть? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на... Ага. Два деактиватора. Нет, здесь есть только деактиватор. Действительно, коннекторов здесь нету. А жаль. Потому что тогда мне совсем непонятно. Мне абсолютно непонятно, каким образом нам вести синий луч. Слушайте, а может быть я могу как-то вылететь за пределы, опять же? Да нет, вот мы видели, что он не сдувает, он за пределы. Так, интересно. Идея. А если залететь на стены, и вот эти вот, опять же, они не зря сделаны, наверняка по ним можно пропрыгать и выпрыгнуть вот туда наружу. Да? Или это можно сделать проще через вот такой финт ушами. Ничего подобного. Финт ушами сделать не получится, друзья. Да, как я и предполагала, это, конечно, не простая комнатка. Здесь больно много всего наворочено. И я сильно подозреваю, что нам все-таки придется отсюда искать вход. Вот в ту вот дальнюю комнатенку. Так что с этим я буду разбираться уже, очевидно, потом. Так вот, мы были с вами в этой каморке. Я так подумала, что отсюда можно вывести синий луч. Очевидно, отсюда его и надо выводить. Но каким-то образом мне нужен будет коннектор еще снаружи. Поэтому, ладно, друзья, давайте думать, как здесь быть. Оставим пока этот синий луч в покое. Так, что у нас было здесь? Ветродуйка, которая дует, которая поднимет все это дело вверх. Не так ли, как только мы все
все соединим. Так. Давай-ка, двойничок. Делаешь следующее. Идешь сюда и ставишь. Понятно? Вот так вот и сделаешь. Давайте подождем. Понял. Что сделал-то? Я ж теперь отсюда не выберусь. Зараза, чтоб тебе пусто было. Ну да, зажмите для сброса. Теперь придется. Теперь все, что мы понастроили там, тоже пропадет. А, более того, смотрите, оно уже и открыто. Ну да ладно, иди сюда. Ты мне нужен для других целей. Так, что у нас тут? Ну, эта вещь и называлась цепочкой. Каких-то там препятствий. Иди сюда. Так, ладно, давайте-ка сбегаем за нашим двойником. И просто попросим его здесь постоять подольше. Все. Иди давай, становись. Так, что у нас тут? Семен Семенович. Вот отсюда нам и нужен летающий синий лучик. Все понятно. Так, иди давай, становись обратно. Вот, я так и знала, что я не успею. Так, что ж, пошли. Итак, соединяем. Соединяем. Ставим. Нам, в принципе, даже наш этот самый не нужен. Полетаем. Полетаем, посмотрим. Давайте посмотрим сверху на все это дело. Да. Отсюда, туда и достанем красный сигил. А зачем вот это вот огромное помещение? Непонятно. А вот и синий луч, откуда мы его выведем. Все понятно, все ясно. Так, друзья, не знаю, я уже в сотый раз пробую. И пробую, и пробую, и пробую. Получается, что нам нужен этот товарищ со всеми его причиндалами. И с этим колесом, и со всеми вот этими тумбочками, и со всем вот этим вот добром, как говорится. Поэтому мы делаем следующее. Так, забираем раз. Это он будет делать так. Это он будет делать так.
Это он будет делать нам так. А потом он станет сам. И будет стоять, пока мы бежим и забираем. Наш сигил. Ну вот, теоретически так. Я даже не знаю. Давайте на всякий случай станем еще сюда. Ну и попробуем. Так, мы берем вот это. Мы берем вот это. Соединяем. Быстро, быстро, быстро. Раз. Это нет же. Так, 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 вот. Все, уходим. Ага. Так, побежали. Так, побежали. Сейчас он нам откроет эту. Побежали. Такой сутулый. И сюда. Вот что я забыла, черт возьми. Все правильно, только мне надо было эту еще вещь соединить. Елки-елки, я успею. Ничего. А нет, не успею. Не. Ну, в смысле, как успею? Выйти я успею. А вот все остальное, да, не успею. Ну, суть верная. Просто единственное, что мне надо было сделать, это подсоединить сюда его тоже. Подхватить эту. Вот эту. Так что иди сюда, запись. Для начала мне надо... Ты мне нужен, чтобы все это дело разобрать. Давай, давай, скрепи сюда. Дебынс, эта штука упала. Так, ну что ж, ладно, все по новой. Сюда. Это сюда. Итак, для начала мне надо, чтобы ты просто стоял здесь. Так, поехали, запись. Стоим здесь хорошо и долго. Так, ну вот, наверное, хватит. Так, теперь берем это. Берем вот это. Берем вот это.
и становимся сами. Ну вот как-то так. Поехали. Так. Так, так. Так. Да. Так, 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 вот так. Все, вот теперь должно сработать. Теперь дождемся, пока наш товарищ сюда придет. Да, дверь открыта. Давай, 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 тащи кубик. Тащи штучку. Тащи сам. Ну вот. Все, друзья. Сигил наш. Сигил наш. Сигил наш. А, и нам открыли тут даже дверь. Какая прелесть. Так, и вот. Этот вот синий лучик, я так думаю, нам поможет теперь зацепить вот этот самый... эту самую звездочку. А, слушайте, а сюда нужно вентилятор, то есть это мы включим-то. Нам надо туда, наверное, долететь до этой звезды. Отсюда, очевидно, мы включим только... Подожди, это вообще было не отсюда. Секунду. Синий свет был отсюда, по-моему, да? Да. Поскольку мы тут 100 раз уже все перелопачивали. Нет. Отсюда был красный свет. Синий свет был отсюда, по-моему. Да. Да-да-да-да-да. Может и нет. Да, друзья, вот так вот все смешалось в доме Облонских. Не помню. Ладно, сейчас буду искать. Увидимся с вами. Так, друзья, маленький эксперимент. Мне кажется, что мне нужны... по крайней мере, вот эта вот штука мне нужна снаружи. Иди-ка сюда. Коннектор. Потому как... как-то не так, чтоб очень у меня получается эти самые. Так, давайте-ка я, наверное, все-таки... Хотя нет, зачем? Вот так вот, да? Ясно. Тогда так. Тогда вентилятор. Потому что мне кажется, что мне нужен коннектор там наружу. Я попробую сейчас взять коннектор и слетать с этой штуки и выбросить его наружу. Так, тут вот мне надо попасть. Ай. Куда его? Не, нифига, я его бросила здесь. И теперь я, конечно, отсюда не выйду, да? Ну, выйду, конечно.
Но как-то не получается его туда забросить. Вот в чем дело. Может, кубик получится забросить. Да нет, он бросает просто. Где летит, там и бросает. Куда вот он сейчас его бросил? Сюда, да? О! Как интересно. О, как мы можем. Так, 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 так. А вот это вот уже интереснее. Так, секундочку, секундочку, секундочку. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, ну-ка. А, нет, все равно мы туда. Ну-ка, ну-ка, не ну-ка, а туда мы не доберемся. Кстати, в птичках можно было так и сюда прийти. Да, нет, сюда мы не доберемся. Поскольку там вообще другая головоломка. Нам туда и не надо. Я так думала, отсюда. Куда-нибудь упрыгать. А вот теперь даже и не знаю, стоит ли куда-то упрыгивать. С этих стен забрать сверху... Нет, я могу только прыгнуть. Ничего сверху забрать я отсюда не могу. Да-да. Нет, друзья, отсюда мне не получится ничего вынести. Очевидно, это надо выносить из соседней комнаты. Ну что ж, будем пытаться делать это оттуда. Так, друзья, тут я, так сказать, в своих экспериментах выводила луч отсюда сюда, соединяла. Ну, вот только что был у меня этот коннектор соединен. Не суть, как бы, это самое. Это не в этом дело. Дело в том, что у меня получилось полетать на этом кубе. Если я, конечно, смогу это повторить, потому что тут была какая-то невменяемая коннекция. Сейчас я уже не помню. И мне получилось залезть на эту стену. Единственное, что... Как я это сделала? Так, вот. Ага, перемешает, да? Так. Вот, видите, пробел, прыгнуть. Ты-дым. И вот отсюда куда я, как говорится, первый раз я пробовала, я свалилась. Ну, здесь как бы бесполезно. Здесь я никуда не допрыгиваю, а там снаружи я могу выйти. Больше я тут никаких, как говорится, запретных не вижу вещей. Более того, я рассмотрела все эти колонны. Вроде как тут нету ничего, чтобы на них лежало. Может быть, вообще как бы сюда не обязательно. Я... Бог его знает. Мне надо вынести наружу. Я по-прежнему занимаюсь чем? Я пытаюсь вынести наружу коннектор.
Слушайте, подождите, вынести наружу коннектор. По идее-то, та-та-та-та-та, мне не надо. Мне не надо прыгать здесь, мне надо забрать с собой коннектор. Получается так. Для этого. Давай-ка попробуем так прервать. Куб сюда. Во! Все. Завидуйте мне, белки и жучки. Так, и более того, я могу, наверное, его... Так, только сейчас не свалиться. И как-то здесь оставить, нет? В принципе, вот смотри, если я возьму это... Я возьму это... И соединю. Ха. Получилось. Мне, в принципе, не обязательно был этот летающий. Так, ты знаете что? Я, наверное... Ну, я, пожалуй, тебя здесь и оставлю, коннектор. Я так думаю, что тебя отсюда забрать я всегда смогу. Так. Вот, но это полбеды. Это мы только активировали вот эту вот штучку. Скрипучку. А нам сюда нужен пропеллер, я так понимаю. Хотя тут очень странная вот эта вот площадка. Это я не совсем понимаю, что это значит. Нам сюда нужен пропеллер, очевидно, на котором мы подлетим и заберем звезду. Я только так понимаю, это может быть. Вот. А пропеллер нам нужен не только здесь, нам он нужен уже, где был у нас затопленный. Блин, я уже не помню, друзья. Уже не помню, который час подряд я тут бегаю и... Естественно, для вас я все это выложу в подрезанном состоянии. Я уже даже не знаю, сколько будет эта подрезанная серия, потому что у меня это уже довольно долго все продолжается. Вот, поэтому, наверное, ворочусь мозгами о том, как вытащить сюда пропеллер. А я сильно подозреваю, что все эти пропеллеры... Вот у нас тут где-то была комната, которая на отшибе. Вот это вот самое, где-то она тут была. Точно тут тоже какая-то почему-то вот такая стена. Но по ней никуда нельзя забраться. Так вот, наша отшибная комната. Вот она. И здесь лежит, вот он лежит, который нам нужен. Пропеллер. Мне сюда нужен кубик. Но кубик у нас там единственный, вот где мы могли сейчас вынести коннектор. Второго кубика там не было. То есть второй кубик, мне кажется, надо бросать откуда-то отсюда. Вот отсюда, потому что у нас тут масса всего невостребованных всяческих образцов. Но не суть. Не будем повторяться. Так вот, мне так кажется, что отсюда мы можем вынести. Каким образом, я еще пока не знаю. Посмотрим. Вот, может быть, отсюда этот вентилятор заработает. А он заработает. Он заработает, он заработает. Так, вот он заработал, предположим. Куб берем, да? И полетели вместе с ним. А куда? А, сюда мы уже летали. А там один куб, там второй куб.
И мне бы наоборот, эти кубы куда-нибудь бы в другое место. Нет, отсюда очевидно. Не выйдет номер. Хотя, может быть, мы это сделаем так же. Куб летает, мы прерываем. Пока прерываем, мы быстро прыгаем. Вот это, ай-яй-яй. Вот. Вот, друзья, вот я опять. Ну, серия затянулась. Затянулась серия. Так, я могу его обратно взять? Я могу его взять, друзья. Так, ну-ка давай подлетай. А, я могу его взять, я могу его взять. И я могу, я так понимаю, его выбросить отсюда. Вот, сейчас он на нас улетит. Раз. А это мы улетим вместе с этой штукой. Вот такая вот у нас получилась конструкция, друзья. Что ж, давайте в следующей серии мы с вами будем монтировать всю эту систему. Либо нет, давайте, давайте уже в этой серии. Давайте мы с вами быстренько побежим и заберем звезду. Я надеюсь, у нас получится. В конце концов, мы же вытащили сюда наружу вот этот вот винтик, вентилятор. Да? Полетели? Юпи! Отлично, отлично. Вот это высота. Вот это да. Что ж, друзья, вот это я считаю эпичным моментом и достойным моментом для того, чтобы закончить эту серию. Огромное спасибо всем, кто ее посмотрел, если кто-то еще на текущий момент остался. Ну, я думаю, что наш робот может гордиться собой, осмотреть все с высоты. А вам я скажу огромное спасибо. Всем, кто эту серию посмотрел, заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всего вам хорошего и пока-пока-пока!